В колледже актуального образования работает магазин без продавца. Студенты оставляют деньги за покупку в кассе. Сами же занимаются ассортиментом и подсчетом выручки. Случается ли недостача в магазине честности, узнавали журналисты Оркин-Медиа. Первокурсница Арайлым Омарамзе – частый посетитель магазина честности. Здесь и выпечка со сладостями, чтобы перекусить на большой перемене, и канцелярские товары на случай, если что-то срочно понадобится на занятиях. Продавца здесь нет. Деньги за товар студенты оставляют в кассе. Я прихожу сюда каждый день после второй, третьей пары, когда проголодаюсь. Тут каждый день новые продукции, и они очень вкусные. То, что здесь нету продавца, тут очень удобно, потому что тут не бывает очереди. Можно просто прийти, положить деньги и взять, покушать. Ассортимент товаров в магазине честности студенты выбирают сами. Первую партию приобрели на деньги колледжа. Сейчас прилавки пополняют за счет ежедневной выручки. Ведут магазин и считают кассу тоже учащиеся колледжа. Мы каждый день спрашиваем, что купить на завтра. Бывает, что берем только фрукты, но в основном просят выпечку. После учебы считаем кассу и проверяем по списку, что купили. Случаев недостачи еще не было. Все честно оставляют деньги. Это первый магазин честности в Балхаше. В колледже актуального образования его открыли вместо столовой. И каждый день здесь полно посетителей. Кроме того, магазин стал точкой реализации хендмейд-работ студентов. Вырученные деньги передают автору. Ольга Сивуха, Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Оркин-Медиа.